Привет, зритель. Хочу поделиться с тобой радостью. Вот только-только увидела, где он тут. У меня вообще не знаю, когда он последний раз цвел. Ну, может быть, тут не сильно макро, потому что у меня нет линз для макро. Я снимаю на DJI, на нее надо отдельные линзы на макро. Они прилично стоят. Если хочешь линзы, хочешь макро, то можешь это подарить мне линзы на макро. Или донат на покупку линз на макро. Это этот, радисканция, первый цветочек. И вот тут у нас кое-кто лезет в кадры. Не вздумай первый цветочек у меня жрать. Он у меня что-то тут приболел. Этот цветок, тут вообще два в одном. Вот этот, как он там, блин. Мне кажется, его как-то, ну, мне показалось, что он сухой, и я его перезалила. Потому что он сначала высох на солнышке. Да-да, я понимаю, тут цветы не в лучшем виде, не для видео, ну, не для гламура, но сам факт, что вот он зацвел, и мы, не стесняясь, сейчас жрем алой. Мне все никак не хватает времени убраться, уже 2 недели, я надеюсь, что в воскресенье я наконец-то уберусь, и в цветах тут на подоконнике тоже, соответственно. Я так по чуть-чуть что-то убираю, а все равно тут грязного остается, и вон там вот... Видишь, через окно. Он когда-то был на 8 марта очень пышный. Это этот бальзамин. Но у меня вот есть животное, которое съело даже некоторые цветочки, которые цвели. Но сама суть, вот я хотела тебе заснять вот этот цветок. Это будет без монтажа, я прям так и залью сейчас, наверное. Вот покушаю, достану ноут и залью. Это будет вложик такой, влоговый вложик. Сейчас будет жрать что-то тут. А еще я думаю, что она у меня слегка тут помирала, потому что кое-кто ее тут жрал. У нее есть отдельный цветок для того, чтобы жрать. Ну, в смысле, отдельный горшок с таким цветком. Но иногда мы жрем все подряд. Вот идем и жрем. Идем и жрем. Кошка-бармошка. Кошка-бармошка. Вот. Привет тебе, зритель, от цветочка и меня. Традисканция. Да, это герань. А это традисканция. И пока.